Кажется, и спустя 8 лет привычки тройняшек Григорьевых не очень изменились. Они все так же говорят одновременно. Посторонним в девчонках легко запутаться. Мама Татьяна помогает запомнить. На Свете синяя футболка, у Вари коса на бок. Учителям в школе можно только посочувствовать. Ведь футболки у девчонок ежедневно разные. Только за время съемки тройняшки дважды переоделись. И запоминать приходилось сначала. Сначала мы таблички носили. Вот я Варю с этой не перепутала никак. Мы себя сами не перепутаем, а некоторые дети нас путают. То я Варя, то это Оля, то это Света. Тройняшки крайне редко появляются естественным путем. Обычно это заслуга репродуктивной медицины. Но Татьяна та самая единственная на многие тысячи. Создатель этого чуда исчез из жизни женщины, узнав о счастье, помноженном на 3. Все эти годы с детьми помогали лишь Татьянины родители. Несколько месяцев назад не стало папы-дедушки, как называли его внучки. Спать приходилось очень мало. Каждые 3 часа кормление, это у меня сцеживание. Варили мы с бабушкой. Одна кидает куру, другая крупу. Суп вот наш весь готов. Все. Есть приходилось очень крайне редко, спать тоже. Я до сих пор хочу спать. Разбудить, заплести, накормить, проверить уроки, 10 раз напомнить о чем-то важном. И все это повторить 3. Удивительно, но при таком темпе даже прически в школу дочкам мама умудряется заплетать разные. Их жизнь была бы, конечно, проще, если бы такие вещи, как обувь, одежда, мебель, не были нужны в тройном размере. Мы не привыкли ни просить, кто хочет, тот поможет. Мы к тому пришли. Бабушкина пенсия, моя зарплата, сколько можем. Вот осенью мы продаем грибы, ягоды, чтобы одеть девчонок в школу. Скоро вот кровати новые придется покупать. Из этих девчонки выросли. И закрылась федеральная сеть недорогих обувных магазинов, расстраивается Татьяна. Это значит, что обувь на весну еще придется поискать по распродажам. Тем не менее, даже в сложные времена на столе всегда есть фрукты и овощи. И все это с маминой зарплаты в 16 тысяч рублей и бабушкиной пенсии в 12 тысяч. Неожиданно для мамы и бабушки во время съемки выяснилось, что дети уже понимают цену их усилий. Скучаете по маме? Mm-hmm. Очень. За что вы любите свою семью? За то, что она подарила нам жизнь. Да. За то, что они нас вырастили и научили. Ирина Ившина, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.